Давайте сейчас займемся покраской наших объектов, а в следующем видео мы уже будем настраивать освещение и переходить непосредственно к рендеру. Мы можем нажать, допустим, сюда, на Scene Collection, потом Shift-A, и выбираем Image, Reference, и идем в нашу папку, вот тут лежит наша картинка, выбираем Plot Reference Image. Вот она у нас появилась. Теперь нажимаем Z Material Preview. Сейчас она подгрузит. Вот. Получается вот такая Material Preview у нас. И теперь мы можем выбрать, допустим, вот этот вот объект. Выбираем его. Идем в настройку материала. Получается такой кружочек Material Properties. Нажимаем. Нажимаем New. И пипеткой Base Color сюда сначала нажимаем. Выбираем пипетку тут. И выбираем тот цвет, который нам нужен, допустим. Вот этот. А его можно тут, допустим, поднастроить. Можно приблизиться, к примеру, и выбрать более точнее. Вот так вот, к примеру. Либо же второй способ, которым я буду пользоваться. Я удалю эту картинку. А я открою свою предыдущую работу, где у меня уже материалы настроены. И оттуда буду брать материал тот, который мне нужен. Мне так будет легче. Вы можете и тем способом воспользоваться. Давайте начнем. Я выбрал, получается, на своей предыдущей работе такую же балку. Выбрал цвет и скопировал его. Я просто навожу сюда курсор, Ctrl-C нажимаю, а потом Ctrl-V уже вставляю свой этот проект. Нажимаю Ctrl-V, видите, цвет поменялся. Он у меня вот такой приблизительно там был. Теперь Roughness нужно поставить 0.7. Roughness мы ставим 0.6, 0.7, просто чередуем эти параметры. Для чего мы это делаем? Чтобы наша картинка смотрелась, как будто она нарисованная. Ну вот такой какой-то стиль, такой мягкий, плюшевый. Вот я не знаю, как это объяснить. Я все свои работы стараюсь в такой стилистике поддерживать, такой плюшевой в кавычках. Мне так больше нравится. Я сейчас вам покажу, как я это буду делать. И потом я это ускорю, так как там ничего такого интересного нету. Но прежде чем ускорять свою работу, давайте мы сделаем освещение. Освещение мы будем делать чуть-чуть по-другому. Мы выбираем этот plane. Мы помним, что мы его туда поставили изначально. Создаем новый материал. Теперь нам нужно зайти в Principle BSDF и поменять его на Emission. Дальше нам нужно пойти в предыдущую работу, взять оттуда цвет и скопировать его сюда. А получается вот такой вот цвет, он оранжевый у нас. И силу задать приблизительно 25. Сейчас это не очень видно, но как только мы включим рендер, все это будет светиться. Также этот материал нужно добавить вот сюда, на это окно. Так как этот материал у нас уже создан, нам не нужно его создавать как новый материал. Мы его можем добавить как уже существующий. Мы нажимаем на вот этот кружочек, и вот он, материал 002. Вы можете эти материалы подписывать, может не подписывать, тут как вам будет удобно. А свет с дверей мы создадим уже потом, когда будем создавать их с помощью источников света. Окей. Давайте, допустим, покрасим вот этот вот объект. Также он получается такого же цвета, как эта балка. Просто добавляем сюда его. Теперь эта крыша, она у нас получается красная. Идем в предыдущий проект. Выбираем эту крышу, копируем цвет и добавляем сюда его Base Color. И также получается Roughness, давайте поставим, к примеру, 0.6. Хорошо. Дальше, какие у нас есть объекты, допустим, красного опять же цвета. У нас есть вот эти вот кирпичики. Или не кирпичики, что у нас еще тут есть. Давайте, допустим, вот эти вот кирпичики возьмем. Также получается, я копирую материал, создаю новый, добавляю сюда цвет, ну и Roughness, к примеру, 0.7 ставлю. И таким образом мы проходимся по всем нашим объектам. Выбираем елки, допустим, маяк и так далее. Единственная проблема, которая у вас может возникнуть, это с морем и с травой. Сейчас мы ее сделаем, и я как раз ускорю свою работу, чтобы не затягивать надолго. Давайте возьмем море, добавим сюда новый материал. Base Color сделаем приблизительно голубоватым. Вот где-то вот таким. Вы можете его сделать более голубым, либо изумрудным. Но я, наверное, оставлю приблизительно вот такой цвет. Roughness нужно поставить 0.1. Видите, сейчас даже какие-то появляются блики. Опускаемся вниз и параметр Transmission ставим в единицу.
Вот такая вот зеркальная какая-то штука у нас получается, но это она выглядит так только в Material Preview. На рендере она будет выглядеть приблизительно как это море. Давайте такую оставим. И наша трава. Смотрите, как поступать с травой. Нам нужно выбрать цвет именно для этого бублика. То есть Base Color мы выбираем вот этот вот такой персиковый цвет. Roughness также давайте 0.7 поставим. И теперь нам нужно вот тут создать новый материал. Нажимаем на плюсик. Нажимаем New. Выбираем теперь второй цвет, такой темно-зеленый. Он у нас никак тут не отображается. Давайте зайду в режим изоляции. Он у нас никак не отображается. Roughness у него тоже давайте 0.6 поставим. И теперь, чтобы у нас трава была зеленым цветом, нам нужно зайти в настройку частиц. Запоминаем, что эта трава у нас материал 0.07. Заходим в систему частиц. Выбираем нашу траву, опускаемся вниз, параметр рендер, и тут материал меняем на 0.07, и трава у нас зеленая. Заходим теперь во вторую нашу траву, и сюда также материал 0.07, ну и в третью тоже материал 0.07. Вы можете добавить несколько градаций этой травы, допустим будет какая-то зеленая, потом какая-то темно-зеленая. И на несколько их добавить. Так будет возможно смотреться поинтереснее. Но я, допустим, оставлю это так. Хорошо. В принципе, я вам самое основное объяснил. Самые такие проблемные места — это вода, трава, допустим, и на окнах emission. Все остальное я вам показал, как сделать. Такой вот момент, нам нужно эту башню покрасить, чтобы она у нас была такая вот полосатая. А давайте, получается, зайдем в режим редактирования, нажимаем Ctrl-R два раза, получается, подводим курсор два раза, нажимаем, чтобы добавить один edge. И, допустим, давайте выбираем, к примеру, вот эту вот область. А обязательно, чтобы у вас уже был основной материал. И, к примеру, эту область давайте выберем. Ну и, допустим, что у нас еще красное будет? Давайте это, к примеру. Это. Ну, вот так, к примеру. Нажимаем плюсик. Выбираем наш красный материал, вот этот вот. И assign нажимаем. Готово. Все у нас покрасилось. Наверное, вот это вот давайте добавим к красному. Стоп. Это и assign. Все отлично. Продолжаем красить наши объекты.
чтобы покрасить нам наши, допустим, вот эти вот грибы. Так как они у нас распределены через партиклы, нам их нужно красить именно те грибы, которые у нас идут основные. Давайте начнем с этого гриба. Давайте узнаем, какой у него цвет. У него у нас красный цвет получается вот такой. Посмотрим, это материал у нас 0,3. И добавляем его сюда. Так, у нас грибы красные. А этот цвет у нас, скорее всего, такой желтоватый. Это, наверное, материал 0,6. Супер, теперь мы покрасили все наши объекты. Давайте покрутим камерой, проверим, все ли у нас покрашено, ничего мы не забыли. Ну, вроде как все покрашено, вроде ничего не забыли. Не переживайте, если где-то в дальнейшем выяснится, что где-то что-то мы забыли, у нас будет еще один пункт, мы это все там доделаем. Хорошо, давайте сохранимся и будем начинать делать наше освещение.